Адлерский районный суд города Сочи вынес решение по делам журналистки Анны Грицевич и эколога Владимира Кимаева. Трое суток они проведут спецприемники. Оба процесса, в общем-то, показали, что судьи не хотят разбираться в действительных обстоятельствах. Им важно закрепить вот этот протокол, вот эти обвинения, выдвинутые в адрес Кимаева и Грицевич, лишь бы признать людей виновными, лишь бы оправдать действия полицейских. В общем-то, ни один судья не пожелал исследовать видеозаписи, ни один судья не пожелал видеть свидетелей, которые говорят о фальсификациях со стороны полиции. В общем-то, ну, нам с самого начала это было сразу понятно, что судьи не хотят разбираться. И оба процесса это подтвердили. Очень любопытная история, но при этом то, что судья Якименко рассматривал дело Демирчана и рассматривал дело Анны Грицевич, там помимо еще этого был некий понятой, который 2 года назад принимал участие в составлении административного протокола в отношении Демирчана, и он же принимал участие в качестве понятого в административном протоколе в отношении Грицевич. То есть один и тот же человек на протяжении 2 лет принимает участие в составлении вот этих подложных административных протоколов. Это очень интересно. И мы попросили суд вызвать его, но судья Якименко отказал в своей манере, ничего не обосновывая, просто отказал. Я считаю, что это политический заказ. Называю вещи своими именами, как считаю. Значит, по распоряжению, даже не по распоряжению, а по требованию главы города Пахомова, начальник полиции города Сочи задерживает журналиста в момент исполнения ей или выполнения служебных обязанностей. Журналистка и эколог были задержаны 29 июня в селе Черешни, где фиксировали на видео свалку мусора, образовавшегося после паводка, а также сход жителей села, пытавшихся выразить свое негативное отношение по этому поводу.